Привет всем, с вами Леша, мы продолжаем желательно сборки крафт. И сегодня я сделаю, начну делать охранное сооружение, про которое я говорил в прошлый раз, наконец-то, да. Крысы всякие бегают, они огород пришли мой жрать, скорее всего. Я в прошлой серии сделал вам цветочки, да, чтобы эти, в принципе, считаю, не... Давайте я так, да, поставим, у меня еще не было, что ли, так, зверь делать, а вообще, так, плоть. Да, давайте сегодня уже я все-таки, как он там... Короче, у меня цель сделать вот эту хрень. Это у нас делается из мода Security Craft. И это очень полезная штука. Там, в принципе, много полезных штук. Но для начала, смотрите. Так. Мне нужно сделать красный. Короче, редстоун нужен, железо. Булыжник, скорее всего, да, сюда нужен. Булыжник. Стон, железо, булыжник. Так, стон у меня вот стак. Давайте уже все реально. Ну так. Короче, займемся немножко модами. А, я дерево. Как... Да, я дерево себе. Кстати, дерево все уберу. Я себе дерево собирал, чтобы типа на запас. Дерево. У меня вот с железом, скорее всего, проблемы будут. Потому что я не знаю. Кстати. Надо сделать лук. Там, наверное, датчика, да, получается. Вот лук. И вроде бы там было. Давайте, да, я уже буду делать. Попытаюсь вот эту штуку сделать. Что она делает? Сейчас увидите. В принципе, она охраняет дом. Понимаете, да? А, таких желательно сделать несколько, потому что. Сразу можно, давайте один для начала сделаю, а можно даже сразу два, наверное, да? Нам не раздатчиков придется делать просто, вот нитки, кстати, пригодятся, нитки, палки, и как тогда сделаю, и лука, она будет просто атаковать модов, понимаете, да? А что он через shift он не хочет делать? А, тогда, кстати, реально придется теперь вот этим пользоваться, чтобы не постоянно нажимать. Мне нужен именно раздатчик. У меня 4 раздатчика. Нужно сделать вот это, кстати, обязательно. 4 редстоунных факела и вот 5 железа очень много. Смотрите, сколько железа требует. Давайте на будущее еще сделаю. Пригодятся. Так, это у меня есть. Нужно сделать 4 вот таких кнопочки. Ну или хотя бы парочку, да, получается. Вот одну хотя бы сделаем. Или сразу все сделать. Подождите, а он здесь отображается? Да? И вот 4, да. Сделал без всяких проблем. И теперь самое такое. Смотрите, железо. Железо это фигня. Красный, ну, редстоун тоже это красная пыль, да. Тоже все фигня. Теперь 2. Получается на 4 надо будет 8 железа и 8 этого. А, железо у меня... Железом что-то у меня уже проблемы какие-то постоянные. Это, короче, плавится. Так, что там еще надо было? Вот, reinforce, вот это самое сложное будет. Слушайте, мне на 4 штуки, наверное, не хватит. Да, тут сейчас придется все железо переплавить. Да, давайте хотя бы 2 сделаю, потому что что-то...
Там прям железо просто пипец, как много надо было. Да, у меня сейчас не хватает даже, знаете, в чем дело? Чтобы сделать вот этот Reinforced Block Iron, мне, во-первых, смотрите, три блока надо, получается, на одну только штуку. Это получается 27 железа на одну вот такую защитную штуку. 27 железа. У меня сейчас даже нету 27. 20. Вот, делаем вот такой блок. Кстати, там, чтобы сделать вот этот reinforced блок, давайте я напишу. CQ. В смысле? А, ну сек просто надо написать. И вот мне нужно сделать вот эту палочку-верчалочку. Два алмаза. В принципе, мне не жалко сделать на эту палку. Алмазов, тем более, я еще нашел. Лазер-блок. Вот это вот сложно, наверное, будет. Стеклянная панель — это фигня. Редстоунный блок — это фигня. Ну и обычные... А, слушайте, просто... Любой камень, только не булыжник, понимаете? Ну, там андезит или диорит. Так, сколько раз? 7-8, вроде бы. 9. Так, палочку, палочку. Да, эту палочку нужно сделать, чтобы делать reinforced. Так, мне нужны стеклянные. Делаем. И красная пыль. Прям можно блокнуть. Так, всем. Все. По идее, сейчас этот блок уже готов. Да? Лазер блок. А сколько я таких могу сделать? По сути, я могу сделать универсалки и черджи, но мне сейчас надо. Вот это здесь и делается. Мне нужно сделать именно вот эту хрень. Нужно два алмаза и стекло. Вот что. Ведь уже ночь, да? Поспи на всякий случай. Там сейчас криперы повылазят. Я, кстати, случайно... Ну, когда прошлая серия закончилась, я забыл... Я ушел, короче, от компьютера. И вон там около моста я же стоял. И я вообще забыл выйти из игры, представляете? И... Я отходил надолго, короче. И потом прихожу. Ну, я эту же серию в этот же день, если что, снимаю. Это, можно сказать, как бы, типа, две серии в один день. Это, в принципе, это не важно. Короче, смотрите, я там, видите, у меня там смерть произошла. Вот я рядом с мостом стоял. Там, где вот я дерево собрал. Видите, смерть. Получается, короче, вот. У меня там крипер взорвал. А я забыл из игры выйти и... Ну, бывает такое. Ладно, ну не важно. Мы уже делаем сейчас эту палочку. Что мне надо? Два алмаза надо. Да, алмазы, конечно, жалко. Я даже себе броню алмазную себе сделал. И меня, кстати, не спасла вот эта броня. Видите, кстати, броня вся подорванная. Теперь прям в упор подошел. Если щит, короче, не юзайте, то даже зачарованную броню крипер пробьет, скорее всего. Хотя, блин, или это эмеральдовая такая слабая, да? Не понимаю. Ладно, все, уже делаем эту палочку. Вот эта палочка. Что эта палочка мне дает? Смотри. Так, эти сейчас лишние блоки. Стекло уберу, стеклянные панели. На нитки надо. Redstone. Вот эти вот все редстоуны. Вот эти вот нужно опять, скорее всего, новых сундук для всяких, для модов, короче, понимаете? Для модов. Ладно, пока пусть здесь лежит. Кнопочки. А, подождите. Кнопочки же мне нужны, чтобы... Датчик, да, у меня нужен. Пусть лежит. Короче, у меня сейчас цель железа, понимаете, да? 27, да, 27 это... Кстати, как раз на 2 хватит, 54. И все почти железо потратил на 2 этих. Максимум блоков делаем. Вот 7 блоков, я 2 штучки смогу поставить. Теперь просто надо взять в руки эту посох, допустим, лопаты, да? Нажать правой кнопкой и сюда просто вот так сделать. И просто надо escape нажать. Вот, все, они у меня готовы. Эти блоки,
Будьте очень внимательны. Короче, смотрите, если вы его... Давайте я вам сейчас сразу объясню кое-что. Если этот блок поставить просто на землю, вдруг кто не знает, да, то вы обычной киркой его не сможете сломать. Помню. Давайте я прям дома у себя поставлю. Вот так поставите. И вот если будете копать его обычной киркой, то вы вообще его reinforced, видите название? Вы его не сможете добыть, вы вообще ничего не сможете с ним сделать, потому что нужно специальную хрень сделать. Называется она, вот это вроде бы, универсал, универсал блок ремувер. Тут нужны ножницы и два слитка железа. Я думаю, это не проблема, ножницы так делались. И теперь делаем вот так. Вот просто многие могут случайно поставить блоки, таким образом запороть. Но для этого есть вот такой инструмент, вот этот вот Removal. Просто правой кнопкой кликайте, и вот он все собирается. И как бы ничего страшного в этом нет, понимаете? Вот, по идее сейчас все, я свою цель выполнил. Давайте теперь поставим вот в центре. Видите? Раз. Давайте я сейчас одну поставлю. Вообще, это типа охранник. Где, откуда у меня обычно, они со всех сторон, по идее, появляются. Как-то вообще по планировке я планировал их поставить вот сюда, да, сюда, один и сюда. Но у меня только два. Давайте один будет огород охранять где-то вот здесь. Зомби реально под этим. Здесь пещера, короче. Надо туда прокопаться, там все светить. Давайте один где-то будет вот здесь, что ли, стоять. Где они, блин, появляются? Они обычно из леса оттуда, вон там меня взрывал крипер. Они обычно в лесу появляются. Да, что ли, поставить? Я, интересно, я могу его убрать? Вот, смотрите, вот такой вот интересный охранник появляется. Чумуха летает. Он атаковать будет только враждебных монстров. Допустим, крипера или кого-нибудь... Если он, ну, в радиусе своем, я не знаю, на сколько блоков, но вроде бы где-то не на так много. Допустим, если клипер уже вот сюда подойдет, где-то 20 блоков, то, скорее всего, он уже в него стрелять будет, понимаете? Но я вам не могу продемонстрировать, потому что я же не могу скрафтить и сок клипера там или зомби. Можно как вариант дождаться ночи и проверить, как он стреляет. Так, а второго я не делал. Может быть, что-то опять делать? Опять, наверное, этот пришел. Крысовод, или как его там? Таких вот, в принципе, можно... Знаете, кстати, он, по идее, активируется, когда только зомби. Знаете, в чем дело он? Знаете, почему он сейчас активировался? Потому что там, в пещере, торчат зомби. Слушайте, а как мне попасть в эту пещеру? Слушайте, а давайте я тут прокопаю. Скорее всего, вот здесь где-то надо прокопать. У меня даже идея, знаете, какая? Я сейчас поставлю туда охранника и сюрприз такой. Смотрите. Сейчас мы сделаем... Еще, вот еще один охранник. И на третьего уже не хватает. Так, крестятина мне не нужна. Кожа мне тоже не нужна. Крестиная. Смотрите. Так, а зачем мне лук еще один? Я еще раздатчиков. Мне на раздатчик не хватает. Лук. Там на булыжника. Сейчас проблемы какие-то. Вот у меня на один раздатчик не хватает. А, у меня все равно не хватает. Ему еще надо. Сделать. Сейчас три раздатчика. Вот. Слушайте, знаете что? Так, эту штуку пока убираем сюда.
Там зомби внизу, мне надо их убить, они задолбали. Давайте я вот здесь как-то, я не хочу здесь прям вид так портить. Я к ним вот здесь тихонечко вот так. Сейчас раз он, вот прям напротив него, я вот тут небольшую пещерку сейчас выкопаю. Мне уже самому интересно, что там зомби делает вот. Такая будет мини-пещерка, понимаете? Ставим здесь факел. Они где-то здесь. Я не понимаю, где. Что дальше копать? Вперед или... А на какую высоту? Да не рядом, рядом где-то. Бля, я не хочу вот это вот все тут выкапывать. Где-то же ворчит. Так, подождите, а где по карте я сейчас? Я прям под этим, где я поставил праздника. Я не понимаю. Ждите. Я прокопался прям вон под него, а звук оттуда идет, понимаете? Вот. Они где-то вот здесь. Я не хочу тут просто ломать. Придется походу ломать. Вон! Что за фигня? Откуда они там появились? А, подождите, тут я вроде бы... Потому что там криперы не было. Я вспомнил вроде, откуда они здесь. Какого? Вот она стреляет, видите? Она стреляла, по крайней мере. Я вспомнил, я эту дырку заделал, здесь водой все было. Я тебе проблему создал, короче. Смотрите, сейчас поставим. Скажите, а интересно, я могу его потом собрать? Что-то... Смотрите, он их атакует, видите? Видите, он стреляет? О, отлично. Блин, тут, короче, надо всю землю, блин, заделать. Тут надо было светить. Вот почему здесь стали спавниться зомби. Ай, такой идиотизм. Я тут стал копать почему-то. Вот, все, видите, когда он зомби не видит, он залазит обратно в этот кубик, квадратик. Как-то. Короче, прикольная штука, охранная система. Вообще любой зомби сейчас ночью, если на меня нападать будет, надо, по идее, проверить, с какой стороны чаще нападают. И, ну, земля, я не помню, у меня было. Да, 30 земли. И вот еще сделать. Ну, вот у меня второй есть, и еще парочку, наверное. Сделать, и все, таким образом... Как минимум до моего дома уже ни один не доберется зомби. Зомби точно, а вот крипер не знаю. Может ли он отразить атаки крипера? Вдруг он взорвется прямо. По идее, если крипер взорвется даже около вот этого, ну, сентри он называется, да, это охранное сооружение, оно же не добывается, значит оно, ну, крипер не сможет его, скорее всего, взорвать, потому что... Я думаю, откуда там эти зомби, блин? Кстати, лопаты можно... Может таких настроить, короче. Под защитные вышки какие-то, понимаете, да? Прикольно же это. Прикольно. Все, теперь тут никто ворчать не будет, рычать. Я помню, еще с той стороны были, там вот в лесу, видите, они появляются. Но вот мне интересно, с той стороны они были или нет.
Мне, по идее, больше за огород надо пережить. Так что, скорее всего, второго я... Здесь они тоже появлялись. Здесь вряд ли кто-то появится, кроме рыб. Давайте поставлю примерно на уровня. Только я его поставлю вот сюда. Вот. Но он пока не вылазит, потому что здесь нету никого. Если здесь начнут появляться зомби, и они начнут идти сюда, он меня, конечно же, будет защищать. Ну, вот таких вот, по идее, надо, блин. Во-во-во-во-во-во-во, попёр. Во, крипер появился, смотрите. Стреляет в него! Так, смотрите, смотрите, если я сейчас пойду к криперу, он же полюбас на меня пойдет. Да-да, смотрите. Она меня защищает. Блин, это вообще какая-то жесть. Короче, классная штука, он там корову все еще пол. Ну вот, по крайней мере, вот этот периметр я уже защитил, да? Эту гору, наверное, всю сносить придется. Вроде как. Прикольные штучки. Рот травой все сделал. Ну, вот, по крайней мере, с той стороны на меня уже никто не пойдет. Конечно, здесь могут зомби еще, вон там из леса могут прийти. Вариант еще одну вот сюда поставить. Но у меня уже не хватает на опять куча всякого лишнего ненужного. У меня, видите, уже чтобы сделать этот, мне не хватает вот эти reinforced iron block. Два блока надо. А с железом, смотрите, какая проблема. На два блока мне еще хватит, наверное, да? Это ж только одну я еще сделаю. Да, слушайте, этот мод очень много железа жрет. Ну, в режиме выживания. Так что я даже не знаю, стоит ли дальше ставить эти защитные сооружения. Давайте еще одну поставлю, получается. А, у меня теперь красной пыли. А, мне еще и железо надо. Две штучки. Красную пыль я убрал. По крайней мере, я так, ну, типа, обезопасил свой дом, понимаете, да? Так, теперь эту штуку надо мне писал. И вот эти блока. Все, готово. Если честно, в принципе, больше тут ничего прям такого защитного в этом моде нету. Можно типа укрепленное стекло сделать, можно, ну, свой дом, кстати, можно сделать укрепленные. Тут все еще земля почему-то, смотрите. А, я фундамент не... Да, я, кстати, все еще дом свой не переделал. Я не знаю, как я переделаю. Никакого фундамента, ничего нет. Короче, смотрите, я могу делать блок. Как он делать? На дерево не действует, что ли? Вроде бы просто, если кликнуть. Ошибаюсь. Ладно. Короче, можно сделать все блоки вообще, допустим, своего дома. Вот этим вот reinforced. Как универсал блок reinforced. И если крипер, допустим, взорвет, даже стекло, если вы сделаете таким вот, то оно не сломается, понимаете, да? Это, короче, очень классная штука. Так, сплю. В принципе, неплохо. Так, я давайте еще третью сделаю. Я просто не знаю, куда ее поставить. Пусть будет еще одна.
Интересно, если на дом поставить, она где будет защищать? Ну, типа близко, если к дому подойдут. Вот, смотрите, отлично, пусть здесь стоит. Во-во-во-во. Нормально, нормально. Во, если они с этой стороны, с этого угла будут идти, особенно ночью, вот оттуда, вот она у меня теперь здесь будет стоять. И прямо на доме охранять. Прикольно. Охранная система. Классная штука, короче. И вон там еще два таких стоит. Ну, ладно. Опять крыса пришла. Вот крыс бы еще убивал бы всяких. Ух, ладно. По идее... Я думаю, на этом мы серию закончим. В следующей серии вообще по плану надо сходить или... Не знаю. Я тут, видите, у меня и переделать дом надо, и, короче, и пойти в Энт уже надо, и там я... Ладно, давайте... По идее, дом переделать, знаете, для чего еще надо? Чтобы я смог поставить, допустим, портал. Ну, портал ват можно прямо здесь поставить. Тебе давно бы пора поставить. Ладно, давайте. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.